Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадвайам Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасча Кипасиндубхавача Патитанам Паванебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукхам Кароти Вачалам Пангум Ланghати Гирим Ят Кипатамахам Ванде Парамананда Мадхавам Бриндаве Тулсиде Вайпияви Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катхупадеше Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта гуру бхакти жукто Бхакти прамодакша жагодваруну Дхайям сада парибхавагнам авиштадухам Тетхас падам сива виринчанутам сараньям Витаттихам панатопал бхавадипутам Банде махапурусате чаранарвиндам Ятпадапаллаванакачандаманичатая Виспуриджитакамапикапападушвадарши Пурнанурагара сасагара сарамурти сарадхикамай када кипам карус. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхар Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхар Сивасади Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Шанкиртанай капитару камала ятакшу Вишамбару дижабару жугадхарма парау Банде ягат прия кару Каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам Рама Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурейр Вандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивуши тобам бхагам Нараяно прияманага мада пахарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджуша бадане Лакшми риджаша ча бхакшаши Ясястихидая самбит Твам нишингамахам бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам Рам, Рам, Харе Харе Калаха Калирванина Индио Байди Барга Бхактибат Ихо Кантака Коти Рудхо Ха Ха Коджами Кимахам Кароми
Чайтанна Чандаяди Наддам Кипам Каруши. Калаха Калир Валина Индия Вайри Варга. Бхактипат Ихо Кантака Коти Руддха. Ха-ха Каджами Кима Хам Кароми. Чайтанна Чандаяди Наддам Кипам Каруши. Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад Джагадгуру told. Май Гуру Бхатмандува Парамахамса Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад сказал, что мой Гурупад Падма Сисила Гурки Шодас Бабаджи Махарадж дал мне столь высокое общение, что я не чувствую необходимости искать какое-то другое общение. Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад Джагадгуру told that my Guru Pad Padmo Гауди Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад сказал, что мой Гуру Пад Падма Сисила Гаурки Шардас Бабаджи Махарадж дал мне такое великое общение, такое чистое общение. Я обрел по его милости, что я не чувствую никакого вкуса искать что-то еще. Никакой потребности искать как что-то еще, это факт. Если вы действительно совершаете сатсангу, то тогда у вас не будет никакого вкуса к сатсанге, это естественно. Одновременно сатсанга и сатсанга они невозможно. You can never try to get satsanga. Когда вы обретете настоящий вкус к сатсанге, то всякое желание о сатсанге но автоматически пропадет. Шрила Гауки Шрадас Бабаджи Махарадж дает наставление Шриле Прабхупаде Бхакти Сиддханте Сарасвати Ому Прабху, не стремись в какую-то кали браманду, не принимай учеников и не общайся с этими материалистами. И Шрила Прабхупад сказал, что он полностью безупречно следует Гуру Пад Падме. Кто-то говорит, что вы поехали в Калькутту, это Кали Браманда. Но Шрила Прабхупад говорит, нет, я не был в Калькутте, я был в Гауди Матхе, в трансцендентном месте. Я поехал в Гауди Мат, там происходит трансцендентная харикатха, трансцендентный киртан. Я участвовал в этом. Я не был ни в какой Калькутте. И я не принимал никаких учеников, все они моя гуруага, чистые преданные парамахамсы. Они никогда не думают, что те, кто следует им, это они их ученики, они думают, что это их гуру. И третье, Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур говорит, Бхагавандас Бабаджи Махарадж, Бхагавандас, Бхагавандас, Не тот, который сказал, но преданный из Бараханагара, около Калькутты. Его имя Шьяма Манджари. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, что посторонние люди не думают, что мы живем в Калькутте, но на самом деле мы не живем в Калькутте. Поскольку Калькутта, Бхагаваза Гауди Миссия, которая там основана, Шрила Прабхупад однажды сказал, что Гауранга Махапрабху в процессе своей санкиртаны йоги пришел сюда. И то место, и он был в том месте, где сейчас находится Гауди Матх. Шрила Прабхупад сказал, да, то самое место, что он имеет в виду, что Калькутта, она тоже находится, она какой частью находится в Гурамандале. Гурамандала — это те места, которые посещал Гауранга Махапрабху, он тоже посетил то место в Калькутте. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы находимся под руководством Шьяма Манджари.
мы всегда стремимся совершать харинам санкиртану харикатху. Когда Гуранга Махапрабху дошел до Вараханагара Падбари, сейчас, к сожалению, сахачи захватили это место, но Шрила Прабхупада сказал, что когда Гуранга Махапрабху достиг того места, Бхагавадас, он не был занят тем, чтобы совершать арати. Когда Гуранга Махапрабху дошел до Вараханагара, до Сипата, то там Бхагаван Дас, он не побежал сразу совершать арати с помощью лампады. Нет, он совершал арати, прославляя Господа. И Господь был доволен этим. И вот среди всех видов арчана, харикиртана и харикатха, они наилучшие среди всех видов яги, харикатха и харикиртан, наилучшие среди всех аскез. Харикатхана наилучшая. Харикатха — это все и вся. Харикатха — это также парикрама. Почему? Поскольку по наставлению Шрилы Бхактивинода Тхакура Шрила Прабхупад, он основал Дева Варнашраму. Он основал Дама Парикрама, и Шрила Прабхупад, он служил Даме, всей Навадвип Даме, таким образом. Шрила Бхактивинода Тхакура, перед тем, как оставить свое тело, Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакура, перед тем, как оставить этот материальный мир, так или иначе, он не был в материальном мире, но я говорю, он оставил три наставления Шриле Прабхупаде. Первое, он должен организовать Дама Парикраму для блага всех обусловленных душ. Нужно служить Даме всегда. И нужно основать Дева Варнашрама. И вот с помощью Дева Варнашрама те, кто такие, ну, какие-то люди, прикрываясь обычными варнашрамы, оскорбляют некоторых вайшнавов, то, что Гуру Кишорда с Бабаджи Махарадж родился в семье вайши. Вайшнавада с Бабаджи Махарадж в семье рыбаков. Поэтому, как такие люди, с их точки зрения, они достойны никакого поклонения, но это глупо. И вот эти люди, прикрываясь обычные варнашрамы, оскорбляют гуру вайшнавов. И поэтому Бхактивинода Тхакура поручил Шриле Прабхупаде основать Дайва Варнашрама, божественную варнашраму, где смотрят на качество человека и его деятельность, а не на материальное происхождение. Дама Парикрама — это самый простой путь, самый лучший путь, чтобы обрести духовное благо, особенно Навадвип Дама Парикрама. Поскольку Навадвип Дама, она прощает нас, если мы совершаем какие-то оскорбления, какие-то ошибки, Навадвип Дама очень милостиво, и она простит нас, но Вриндаван гораздо более суров, и Радхарани никогда и не может пойти ни на какой компромисс с вашим таким скверным поведением или еще чем-то. Радхарани, она никогда не идет ни на какие компромиссы, но Гурадхама, она более великолепна в плане милости. Прабхудананда Сарасвати пишет, что Навадвип Дама, она более милостива, поскольку она прощает нас за все возможные оскорбления, ошибки в процессе. By the mercy of pure Guru Vaishnava,
И вот по милости чистых гуру вайшнавов мы обрели возможность совершать дхамма парикраму, если мы можем совершать эту дхамма парикраму под руководством чистых преданных. То тогда мы сможем обрести должный плод, поскольку вот в течение недели эти обусловленные души, у них есть возможность находиться в дхамме, слушать харикатху, принимать прасад. Шрила Прабхупад дал нам эту возможность. Кто-то может пожертвовать что-то, какие-то деньги или еще что-то для Навады Дампарикхама, но это не столь важно. Важно то, что можно находиться рядом с саду, созерцать их образ жизни, их мировоззрение, следовать этому. Как я говорил чуть раньше о Шриле Бхакти Гура Вайканат Гасвами Махараджи, он приехал на Навадвип Дампарикрама. Места, поскольку не было, он жил под каким-то деревом, слушал харикатху от Шрилы Прабхупады и прочих возвышенных душ. И вот таким образом он обрел возможность совершать сатсангу, поскольку нет ничего более важного, чем сатсанга. Нет ничего более важного, чем вайшнава сева. И чтобы дать такую возможность обусловленным душам, Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур, они организовали дампарикраму. Это очень важно. Даже если у вас нет представления о дхамма-татве, но все же, осознанно или неосознанно, если вы совершаете парикраму, слушаете харикатху, то, несомненно, обретете благо. Почему? Поскольку дхамма — это нитья-нада-татва. Почему я делаю акцент на этом? Поскольку дхамма-татва — это нитья-нада-татва. Дхамма-татва — это Баладев-татва. Баладев Бхагаван, он принимает форму дхаммы. От Баладева Бхагавана и вот из этого все сопутствующие, все преданные Господа, они все, что используется в этом служении, но исходит из Баладева. Баладев, он дарует нам все возможности, а не Кришна. Когда мы, например, покупаем какой-то горшок глиняный, видите, традиция такая, если горшок покупают, то стучат по нему, чтобы определить, герметично он или нет. Если там какая-то трещина, то звук совершенно другой. Кришна, он очень умен, он так проверяет нас, достаточно ли мы достойны и искренне. Но Баладев, он не смотрит на нашу пригодность, он настолько милостив, что даже таким, как я, он дает служение, даже таким недостойным людям, как Дурьодхана. Хотя Дурьодхана имел очень скверный характер, но все же он получил милость Баладева. И это называется Баладев Татва. И вот Баладев, он дает нам такую возможность. И вот Баладев, вся дхамма, Гокулакшам Махатпадам, Таткараникарам, Тат Анантанкша Самбабаха. Это Брахма Санхите, вы видите? В Брахма Санхите говорится, что это Ананта Амша.
самбаваха, что эта дама — это проявление сандини шакти. Не совершайте никаких ошибок относительно Адвайгентатва. Относительно Адвайгентатва, если совершите ошибку, то не сможете достичь успеха в баджане, будете просто тратить время. Адвайгентатва значит Бхагаван, имя Бхагавана. Все, что принадлежит Бхагавану, преданные Бхагавана, все, что используется в служении Бхагават-лила, все, это не отлично от Бхагавана, его Махапрасад также не отличен от него самого. Это одна единая татва. И вот те преданные дама, и вот они одновременно едины и отличны от него. Если вы поймете Адвайгентатву, то тогда вы сможете совершать баджан должным образом. Вы должны всегда помнить, что не нужно совершать оскорбление, осознанно или неосознанно. Если вы совершаете дама, оскорбление святой дамы, это тоже опасно, неважно, осознанно или неосознанно, но все же гора дама даст нам больше милости. Это Навадвип дама. И вот Баладеш, он пришел в форме дамы. И вот эта шлока, которую я произнес из Брахма Самхиты, там говорится. И в этой шлоке говорится, что Баладев — это дама татва. И в тот день я говорил, что мы знаем, что Бхагават-шакти, но бесконечно, но все же можно разделить на три части. Хотя это все бесконечно, но Бхагаван, он имеет бесчисленные шакти, но категорически можно разделить на три части. Первое — сандини-шакти, второе — самвит-шакти, а третье — халадини-шакти. Хладини Шакти, оно питает преданных. И вот на Бенгале так это выглядит, что с помощью Хладини Шакти Бхагаван, он заботится о нас, подобно тому, как мать заботится о ребенке. И вот Бхагаван, он заботится. И Халадини Шакти дарует милость нам, поскольку без радости мы не можем ничего делать. Без неиспытывая радость, делая что-то, мы не можем делать это. Как, если мы не чувствуем радости, слушая Харикатху, повторяя Харинам, совершая Севу, совершая Киртан, Дама Парикаму, то тогда мы не можем сделать это с должным вдохновением. И вот Халадини Шакти, оно помогает нам, поскольку во всей Вселенной никто не хочет делать что-то, не испытывая радость, при этом какое-то экономическое развитие, физические радости, все, что мы делаем. Все это так или иначе доставляет, мы делаем где-то для удовлетворения своих чувств, поскольку это доставляет нам какую-то радость, и кто-то находит это в форме денег, женщин, какого-то противоположного пола.
славы или еще чего-то, но если подумать как следует, какова же наивысшая цель этого наслаждения. И вот если подумать, какое, для чего это все, только для того, чтобы получить какую-то радость, какое-то наслаждение. Даже комары, они пьют кровь не просто так, а наслаждаются этим. И вот в шастрах говорится, что даже какие-то глупые люди, они тоже думают о своем наслаждении. И вот наивысшая цель всех, какая, да, обрести какое-то наслаждение, но Хладини Шакти, она, с ее помощью можем обрести такое позитивное наслаждение, позитивную радость, которая связана с Бхагаваном, его лилами, его дамой и всем остальным. И вот это... А когда Хладини Шакти проявляется в материальном мире без... не направленная на Бхагавана, то она приходит в такой извращенной форме материальных наслаждений. И Самвит Шакти, она дает нам представление о нашей взаимосвязи с Верховным Господом. Я много раз говорил, что не обнаружив свою связь с Верховным Господом, как можно, или Гурудевом, как можно говорить, что мы получили дикшу, не обнаружив свою взаимосвязь с Бхагаваном, нам, дамой, как можно заявлять, что вы получили дикшу, поскольку основа дикши — это самбанта гьяна. Если вы, слушая харикатху, развили самбанта гьяну, то это очень хорошо. Но все же дикшу тоже нужно получать. Харинам, он даст вам. Если у вас есть вера в Харинам, то тогда вы обретете подлинное благо от его воспевания. И в этом случае дикшу как бы не обязательно получать, но нужно. И вот условия. Если у вас есть 100% вера в Харинам, что Харинам, он сам полон сам по себе, но для обусловленных душ дикша, она тоже должна быть. Я не говорю, что не нужно ее получать. Может, в каких-то особых случаях, когда с помощью Харинам вы можете достичь успеха, но в обычной практике такова, что дикшу тоже нужно получать. И вот Хладини Шакти. И когда тень Хладини Шакти является в материальном мире, то она проявляется в форме обычного материального наслаждения. А проявление Самвит Шакти в трансцендентном мире дает нам чувство, что Кришна наш, как Ишода думает, что Кришна, он мой. И такая связь, такая огромная любовь, огромное влечение к Кришне, она развивается благодаря Самвит Шакти. Если нет такой Самвит Шакти, то мы не сможем развить это, эти чувства. Shadow of that Samvit Shakti can give you wrong idea. If you can grow strong relationship with Guru Vaishnava, I can promise you that in this life you will last life. Огромную любовь к Гуру Вайшнавам, то я обещаю вам, что эта жизнь ваша будет последняя. Но если вы развитете такую любовь к всяким материальным родственникам, то нельзя такого обещать. Поскольку такие отношения, такие связи, привязанность к материальным людям, они
помогут вам только оставаться дольше в этом мире. Можно вспомнить, что Девахути, по Девахути и Капилу, Капила говорит своей матери Девахути, то что она попала в подвление тамагуны и просит спасти ее. Вот здесь она не говорит: «О, сын, спаси меня», нет, она говорит: «О, Прабу, о, Бхагаван, о, Господь, что же делать? Пожалуйста, спаси меня». Все органы чувств. Девахути говорит: «Все мои органы чувств, они стремятся к каким-то материальным вещам. И таким образом вот Девахути говорит, мать Девахути плача говорит Капилу, что я, мне надоело. Все мои органы чувств, они стремятся к своим объектам. Я пытаюсь их как-то удовлетворить, но без толку, не чувствую никакого удовлетворения. Если вы хотите обрести амриту в этой жизни, я обещаю вам, то тогда вы стремитесь всеми силами обрести это, как в английском говорится: «Сделай или умри». Девахути говорит Бхагавану Капиле: что мне надоело. Эти органы чувств, они постоянно подвергают меня опасности. Я пытаюсь тут как-то удовлетворить их, но без толку. Going to bar, restaurant, dancing, you know, getting enjoyment, but the idiot people don't know. This is not enjoyment. This is not enjoyment. Nibritta nitaram bhuman, nibritta nitaram bhuman. Oh bhuman, he bhuma purush, he bhagavan, nibritta nitaram, I am fed up of it. Nibritta nitaram bhuman, asatindiya tarshanar. By the thirsty mood of all sense organs. Now I am fed. I am requesting you, nibritta nitaram bhuman asadindiyo tarshanat jeno sambhashyamaneno. You are doing satsanga asatsanga. You can come to me, I can talk with you 2 minutes. Вот если поговорить с человеком несколько минут, то можно понять, совершает он сатсангу или асатсангу. Вот, даже без разговора с ним можно понять. Однажды один преданный слышал Харикатху сочетание Гауди Матхи. Слушал Харикатху, потом пришел ко мне еще раз. Когда я посмотрел на него, я понял, что что-то с ним случилось. Мы должны полагаться только на Гуру Вайшнавов, если у нас есть такая связь, любовь, влечение к Гуру Вайшнавову, то это единственный путь, чтобы защитить тебя, себя. Then Kapilji Maharaj speaking,
И вот Капила говорит, что не общаясь, без общения никто не может жить. Но завтра я буду более подробно говорить об этом. Без общения никто не может жить. Мы... Без общения никто не может жить, и прямо или косвенно, мы все как-то общаемся, общение оно происходит, и наше развитие нашего баджана, прогресс нашего баджана зависит от этого, от нашего общения. Капила говорит, если мы общаемся с какими-то обусловленными душами в форме ачари, саду, говорим харикатхуту, мы не знаем, но те совершенные саду. Саду, подлинные саду, они сразу могут понять, где настоящая харикатха происходит, а где нет. И так или иначе, подлинные саду не могут понять, кто совершает сатсангу, а кто асатсангу. Даже если какой-то это сатсанга происходит как-то незаметно, то все равно саду видит ее. А успеха вы достигнете тогда, когда вы будете совершать только сатсангу, и когда у вас не будет никакого места в вашем уме для асатсанги. 100%. Я знаю, во всем мире мало тех, кто слушает харикатху по-настоящему, их очень мало. И таким образом весь ваш прогресс на пути баджана зависит от сатсанги. И вот Капила говорит, материальный ум он всегда совершает асатсангу. Асад значит, это не апракрита, материальное. И это может погрузить нас в какой-то материальный океан. А сатсанга после нашей смерти, но когда мы оставим тело, майяна может покинуть нас в океан майя. И тогда, когда вы будете совершать исключительно сатсангу, тогда я могу дать вам гарантию. Когда в Джаганнатхпуре во время Ратха-ятры в Ваман-пуране говорится, когда мы увидели Джаганнатха на колеснице, это вот в той Пуране говорится, что когда мы увидели Джаганнатха на колеснице, достаточно одного подлинного, настоящего, правильного даршана, чтобы цикл наших рождений и смерти прекратился. Вот если мы получили такой правильный, достойный, качественный даршан Джаганнатха, то колесо самсара, оно может остановиться. Even monkey, they have also father, mother.
So what is the utility of your father, mother? Eh? What is the utility? Father, mother not going to engage you in bhakti. Exchange relation, bonded condition. This, you know, without any реакции, то есть если мы что-то делаем, не... Вот, в общем, Джагадананда Пандит совершал парикраму, я чуть позже к нему вернусь. Как он совершал парикраму, какой совет ему дал Махапрабху, как нужно совершать парикраму. И вот... Если мы не совершаем сатсанги, то подвергаем себе риску родиться опять в этом материальном мире. Вот в этой шлоке говорится, что обусловленная душа, она постоянно рождается, умирает, и так проходит через множество этих видов жизни. Я говорил, самбит шакти, самдини шакти, все преданные, присутствующие в этом вечном мире, они все относятся к сандини шакти, они вечны. Наш Бхагаван, Кришна, Судам, Шидам, Васудам, они все вечны. Нанда и Шуда. Есть много такой сокровенной Сиддханты, что есть Садан Сиддхи, Нанда и Шуда, Судам, Шубал, они к отдельной категории относятся, но есть те, кто вечно присутствует, так как это возможно, я какой-то день объясню. И вот таким образом Сандини Шакти, значит, вся Дама — это Сандини Шакти. Дама — это проявление Сандини Шакти. Она вечна, и все преданные Кришне, спутники Кришны, они тоже к категории Сандини Шакти относятся. И вот все эти мебель, трон его, все, вот эти, все, что в этом служении используется, священный шнур, это все проявление Баладева. Здание, храм, где находится Кришна, это тоже проявление Баладева. И без Баладева ничего невозможно. И также Баладев, он дает нам множество возможностей. Баладев, он также приходит в форме гуру говорить харикатху. И смотрите, насколько чудесно круто этот Баладев проявляется практически во всем, и еще дополнительно к этому является нам в качестве гуру, чтобы говорить харикатху. Он заботится о нас, помогает нам прогрессировать на пути баджана. Баладев, гуру татва, все это является, что нет. Баладев — это все и вся. Кришна, у Кришны есть только воля, а все остальное проявляется при помощи Баладева, а себе Кришна оставляет только волю. И вот Баладев является в форме дамы. И вот мы очень удачливы. Мы совершаем дама парикраму и все остальное. Дама-таттва, есть множество сокровенных вещей относительно дама-таттвы. И смотрите, в Брахма-самхите говорится, что это подобно лотосу, цветкам лотоса. И внутри как
И вот эта вся Навадвипа дама, она подобна, не Навадвипа вообще, дама подобна лотосу, а центр этого лотоса Вриндаван. Но снаружи Матхура дама. Еще дальше, еще снаружи дварака дама, Голока дама. На Голоке Бхагаван Шри Кришна прибывает и Гауранга Махапрабху, его лила — это продолжение этой лилы. Я в день Гуру Пурнимы объясню более подробно то, что называется Шветадвипом. На Шветадвипе вечная лила Гауранги происходит. Это не то, что Гауранга сначала или Рада Говинда сначала, Гауранга второй или Гауранга первый, Рада Говинда второй. Нет. Хотя мы знаем, что Рада Кришна вот в этой шлоке. Хотя здесь говорится, что Рада Говинда не отличный, но все же это одна единая татва, которая явилась в форме Гауранги. И вот Гауранга Махапрабху явился в этой форме. И это не значит, что Гауранга первый, Рада Говинда вторые. Нет, они все вечны. Но с обычным материальным восприятием сложно понять, что такое вечность. Если они все вечны, то вопрос, кто первый явился, кто второй, он неуместен, поскольку они все вечные, безначальные и бесконечные. А мы материальным умом всегда пытаемся найти какое-то начало. А вечность подразумевает, что начала нет, как и конца. Какая разница между Галокой и Гокулом? Гокулы. Галока и Гокула, они не отличны друг от друга. Гокул значит Галока, когда является в этом мире. Получается, Гокула — это Гокула. Когда вечная Галока Дама снисходит сюда, проявляется здесь, в этом материальном мире, мы не должны думать, что это Гокула Дама — это часть этого мира. Она как бы слегка привязана. Дама, она является, чтобы даровать милость нам. Кришна отправил эту даму в этот мир, но она не находится в этом материальном мире. Она не часть этого материального мира, она так слегка касается его, но не часть. Все же на географической карте Галока Дамы или Гокул Дамы мы не находим, видим какой-то Уттар-Прадеш, там Матхуру, Вриндава, но... Но она снизошла по милости Бхагавана, она вечна, чтобы Навадвип Дама или Гокула, Вриндаван Дама, они снизошли сюда, чтобы дать нам милость. И вот Сандини Шакти, с помощью проявления Сандини Шакти, Бхагаван Баларам, он является в форме дамы, и поэтому мы находим даму в этом мире. И сейчас я скажу то, что вчера я уже сказал, что это материальное творение, это четвертая часть, это весь все материальное творение, это всего лишь четвертая часть всего творения. Бесконечная Брахманда.
Это всего лишь четверть, и три четверти они находятся в том трансцендентном мире. Мы не можем это как-то как-то оценить. И есть три четверти в трансцендентном мире. И также суть в том, то, что когда эта Дхамма снисходит сюда, мы не можем понять, думать, что преданные тоже там все как бы есть. Ну, то есть в домах иногда наблюдаются какие-то материальные эти явления, всякие там отели, машины и прочее. Я уже говорил, что материалисты, они живут, они на поверхности дамы, как подобно тому, как рыбаки ловят рыбу с помощью сетей. И также все материалисты, демоны, они живут на поверхности дамы, но внутрь не попадают. В материальном мире, когда мы видим Матхуру Вриндаван, то в этом мы не можем это все увидеть, хотя хотим. Почему? Поскольку и такое есть покрытие, подобно облаку майи, которое мешает нам видеть подлинную Дхамму. Как, например, какое-то облако могут закрыть солнце, но закрывают ли они солнце на самом деле? Они просто закрывают нас от возможности видеть солнце. 14, солнце, оно огромного размера. Оно где-то 14. Это сколько? Миллион 400 тысяч раз больше Земли, какие-то облака на Земле могут закрыть Солнце. Просто говорится, что облака Солнца закрывают, но по факту они просто закрывают наш взгляд от Солнца. Просто они они между нами и Солнцем, поэтому заслоняют собой Солнце от нас, поскольку мы под облаками. Само солнце они никак не закрывают, просто из-за того, что мы малы и находимся под этими облаками, не можем видеть их, видеть солнце. И также Дхамма, она Вибху Васту, она бесконечна. Дама, она не огромна, нельзя сказать, она мала. На воде там она размера 16 кроши. А Враджа Дама 84 кроши. Ну, как это? И вот Дама — это Вибху Васту. Дама, она не может быть покрыта. Покрыта майей, но майя, она может покрыть наш взгляд, может помешать нам видеть Дхамму, и вот в соответствии с самскарами нашего сердца мы можем получить даршан, гуру, вайшнав и бхагавана. Я много раз говорил об этом, но часто забывают об этом, как, например, тигр может увидеть нас. То есть тигр, когда смотрит на человека, он видит его в качестве своего обеда, а мы, смотря на какую-то женщину, видим ее в качестве своей матери, например. А тигр видит только обед. И вот все пытаются использовать друг друга. В этом материальном мире все пытаются как-то контролировать друг друга.
Это происходит из-за влияния Майи, поэтому Випху Васту Дама, она не отлична от Бхагавана. Это проявление Ананта Дева, и поэтому какие-то облака или тучи, они никогда не могут закрыть солнце или Даму. Они просто наш взгляд покрывают. И поэтому из-за того, что Майя внутри нашего сердца, это Майя. Она препятствует. И вот это препятствие на нашем пути восприятия Дамы. Дама не так просто ее увидеть только по милости чистых гуру Вайшнав. Мы у нас будет возможность обрести даршан Дамы, только так это возможно. И Шрила Бхактивинода Тхакура говорит таким образом: пока мы находимся здесь, в этом материальном мире, пока мы не сможем обрести милость чистых гуру Вайшнавов, мы можем получать даршан Вадвипы, Пурушоттам Дамы и прочих мест, но результат как мы получим? Смотрите, разница между Гокулом и Голокой, разницы нет. Они, по сути, не отличны друг от друга. Вот вчера Махарадж на хинди Харикатхе говорил, что Парвати спросила своего мужа, что я, Шанкар Бхагавана спросила, что вы, что ты танцуешь, повторяя имя Гуанги, и что такое Навадвипа, и никогда не слышала. Парвати, она периодически рождается, но Шанкар нет. А его жена, она периодически рождается, меняет тело. Это долгая история. И вот Шанкар Бхагаван отвечает Парвати. Деви. Это есть Рада Говинда. Вот в этой шлоке то, о ком ты думала, что это Рада Говинда, их совмещенная форма, которая явилась здесь, это Гуранга. И что ты... То, что известно как Вриндаван, этот Вриндаван, Враджадаман, явилась как Навадвипа. Шанкар Бхагаван сказал Парвати. И вот когда вы совершаете баджан, если ваш баджан идет в правильном направлении, но все же не совсем совершенен. Например, вы совершаете баджан под руководством чистых преданных. Вы совершаете баджан правильно, в правильном направлении, но все же сейчас, если вы не получили правильного даршана, то можете увидеть какое-то сквернение в даме, но такого нет. Пока вы не достигли совершенного даршана до тех пор, так или иначе,
у вас будет какой-то скверный даршан, чего-то, может, будете меньше плохого видеть, но все равно что-то плохое замечать. Но в тот момент, когда вы обретете совершенный даршан, я имею в виду, когда обретете сваруп сиддхи, то в тот момент, когда вы обретете сваруп сиддхи, что значит сваруп сиддхи? Сваруп сиддхи значит обнаружить ваше положение по отношению к Бхагавану и Даме, какое служение. Вы можете совершать там, и в уме вы можете тогда непрерывно совершать служение Радха Говинде. Большинство времени Бхактивинода Тхакур, он находился с закрытыми глазами и повторял Харинам. Я тоже хочу находиться с закрытыми глазами, но я не Бхактивинода Тхакур, поэтому не могу так делать. Но все же мне надоело весь этот материальный мир, я не хочу смотреть на него. Но что делать? И вот сваруп сиддхи значит, мы можем обнаружить нашу душу по отношению к Даме, Бхагавану и всему остальному. И это осознание своего положения называется сваруп сиддхи. И вот что сваруп сиддхи. Это према сиддхи, когда мы обретем прему, что такое сиддхи. Сиддхи буквально значит совершенство. Совершенство как бы один из видов перевода. Сева сиддхи, например, что значит совершенство в служении? Но совершенный ответ какой? И так, настоящие сиддхи, значит, тот момент, когда мы полностью будем заняты в служении Кришны, когда к служению Кришне, когда достигнем такого совершенного служения. Гуру Махарадж, он ушел из этого мира около 22 лет назад, но все равно он продолжает даровать мне севу. Иначе я бы давно ушел в какое-то уединенное место и повторял бы Харинам, но Гурудев посылает мне бесконечное служение. Однажды находился здесь, находясь здесь, сколько мы делаем, публикуем множество статей и книг. Я должен находить баланс между все преданные приходят встретиться со мной, я не должен их выгонять. Ссылаясь на отсутствие времени, я должен поговорить с ними, утешить, помочь как-то. Это тоже служение. Шрила Прабхупад спросил Шрила Мадхава Махараджа, что они ночью делают, почему спят, они не повторяют Харинам. Кому-то сложно, не спят достаточно времени как-то продолжать жить. The more you are sleeping, the more you are doing tamaguna. Physical fitness. Follow what I say. So this way, siddhi means. И таким образом сиддхи, это значит сева сиддхи. Сева, мы должны, все наши органы чувств, они должны хотеть совершать служение. Это называется сева сиддхи. Follow. И вот сваруп сиддхи значит развитие премы. Мы хотим совершать служение постоянно. Но все же, пока вы находитесь в этом материальном мире,
Какие-то материальные вещи могут случиться, но когда вы оставляете это тело, то сварупсидхи, вастусидхи. Сварупсидхи окей, но пока ваше тело есть, то кто-то может беспокоить ваше тело, но когда вы обретете вастусидхи, оставите это тело, обретете апракрита шарир, трансцендентное тело. И с помощью которого можно служить Радха Говинде и так дальше. Это обычно происходит после оставления материального тела. И раньше иногда, обретая вастусидхи, значит, что мы обретаем место в духовном мире. И таким образом, вот вчера я говорил, что без любви все бесполезно. Без любви все бесполезно. И вот Джагадананда Пандит, он хотел отправиться во Вриндаван Даму. Джагадананда Пандит, мы сейчас разделились, не находимся под руководством Гуру Вайшнава, но я говорил, что все действия должны быть под контролем Гурудева. Все, что мы говорим, делаем, думаем, все должно быть. И когда это все находится под контролем Гуру Вайшнава, это и есть сиддхи. То есть, если мы действуем в соответствии, в полном соответствии с их волей, и я говорил, вчера была вступительная речь про Джагадананду Пандита, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. Он всегда был занят в служении Гуранги каждую часть секунды. Он служил Гуранге, и это он Паршад. Паршад значит тот, кто двигается с... тот всегда, всегда служит Бхагавану, делает все в соответствии с его волей. И таким образом мы можем развить чувство сева, и Джагадананда Пандит просит Махапрабху, он просит его позволить ему отправиться во Вриндаван, но Махапрабху не позволяет. И вот он снова и снова спрашивает позволение пойти и получить даршан в Вриндаван, хотя если он получил даршан Гуранге, увидел лотосный стоп Радхарани, то если какой-то недостаток в этом, какая нужда идти куда-то еще. Но все же для блага обусловленных душ он являет такую лилу. И вот народ он такое множество написал киртанов. И вот народ там такого написал в одном из киртанов. Проблема то, что мы не поем киртаны, сколько из них мы помним наизусть, сколько понимаем из того, что помним. И вот народ там такого пишет, что совершать паломничество по святым местам не что иное, как просто это подобно физическим упражнениям, зарядке какой-то. Поскольку когда мы идем в какие-то святые места, то несем с собой все неправильные представления, неправильные мысли в уме, мисконцепции, но все сети, все совершенство можно найти у лотосных стоп Садгуру, все дхаммы и все остальное. Понимаете? Все. Все сети можно найти у лотосных стоп Гуранги, Говинды. Но там так вот говорится об этом.
Гауранга Махапрабху. Он просит, и вот он этот, Джагадананда просит разрешения Махапрабху отправиться во Вриндаван, но Махапрабху не разрешает. И в итоге Джагадананда хотел как-то у кого-то другого спросить. И вот он попросил Сарубгасая Рамананду, чтобы они за него попросили. Поскольку старшим преданным Махапрабху, по идее, не мог отказать. И вот эти старшие преданные сказали, что он хочет отправиться во Вриндаван, но Махапрабху сказал, что что тот момент, когда он оставит Гаурангу, пойдет в сторону Вриндавана даже час, тоже будет плакать от разлуки с Гаурангой. Махапрабху знает об этом, что он не может потерпеть даже час разлуки с Гаурангой, хочет отправиться во Вриндаван, поэтому не разрешал ему. Махапрабху знал это. И вот когда старшие преданные попросили хотя бы на несколько дней отправиться во Вриндаван, но в то время пешком нужно было идти, только там несколько месяцев в одну сторону. И вот Махапрабху знал, что он не сможет потерпеть даже час разлуки с Махапрабху. И все же, в общем, отпустил его. И сказал, хорошо, если хочешь отправиться в Вриндаван, иди, но слушай мое наставление. Ты должен всегда каждую секунду находиться с Санатаной Гасаем. Махапрабху дал наставление в Шичитане Читамрите, можно найти, что хорошо идти во Вриндаван, но всегда ты должен находиться вместе с Санатаной. Без Санатаны ты не можешь никуда ходить. И ты должен быстро вернуться, поскольку все в Раджавасе и действия ума, настроение ты не сможешь понять. Махапрабху сказал, что все в Раджавасе, их поведение, действия, все, что они делают, говорят, почему они так и так делают, ты можешь это превратно понять, поэтому лучше не находись там, а вернись как можно быстрее назад и куда бы ты ни шел. Это мое наставление. Каждую часть секунды ты должен находиться с Санатаной Гасаем. Почему? Почему? Что плохого, если мы, он пойдет совершать Гватхан Парикрама без Санатаны? Я объясню это аналитически в ближайшие дни. И вы поймете, что действительно так. Шичитани Бхагавати все, но не каждый может понять. Я произнес шлоку с Бхагаватам, но вот кто-то удивился, услышав какое-то новое, более глубокое объяснение значения этих шлок. Оно придет через Гуру Вайшнавов. Понимание придет через Гуру Вайшнавов, не прямо. И таким образом Джагатананда Пандит, он получил наставление от Шримана Махапрабху, чтобы не тратить, не всегда находиться с Санатаной во Вриндаване. А почему? Потому что Санатан Гасай, он Самбанта Гьяна Ачарья. Самбанта Гьяна Ачарья. А Самбанта Гьяна Абидавата — это Мадан Махан. И вот он, Санатан Гасай, он Ачарья Самбанта Гьяны. А Радха Говинда – это Абхидея Таттва, Абхидевата. Обидевата.
Ачарья Абхидея Таттва, Рупа Госвами Пад. Мадан Махан проявился перед Санатаной. Говинда, Рада Говинда, они проявились перед Рупой Госвами Пады. Понимаете, о чем я говорю? И Гопинатх, он Прайоджан Таттва Ачарья. И вот Рагунат Дас Госвами, он символ Прайоджан Таттва Ачарья. Без Гопинатха мы ничего не... Он всегда служил, молился Гопинатху, он Прайоджан Таттва Ачарья. И таким образом Махапрабху хотел показать, он показал, что он Самбандхаген Ачарья, если мы будем совершать парикрам без такого, без Санатаны Самбандхаген Ачарьи, то ничего толком не обретем. Вчера я на хинди говорил, что кто-то приезжает домой, чтобы просто вкусно поесть каких-то кокосов, огурцов, фруктов, овощей. Один преданный лет 15 назад попросил меня, чтобы оно предложил мне какой-то кокос, но я не стал есть. Мне спросили, почему, я ответил, да, что это не там не следует, это учишься вечеру, они в общем одним ножом все это открывают, после того как люди поели, тоже открывают, потом не моют ничего. Тем же ножом открывают следующие кокосы. Поэтому все как бы оно так оскверненное получается. Ну, эти преданные подумали, действительно. Надо купить кокос, принести домой, помыть и самостоятельно открыть. Уже будет чище. Предложить Господу перед этим. One dust particle, Brahma asking, Brahma, Sankar, one dust particle from Navadvip. Whereas you are, you know, we are feeling disturbance. Car going, this going, it's naturally. This way, so Jagadananda Pandit going to reach, you know, Mathura, and from then onward to... Jagadananda достиг Матхуры, отправился в Вайдавандаму, где находится Санатан Госвами, и Санатан Госвами в то время находился в Гокулдаме. Когда Джагадананда Пандит достиг Вриндавана, в то время Санатан Госвами Пад, он был в Гокуле. В то время Санатан Госвами он находился, этот Джагадананда, он находился вместе с Санатаной. И вот Санатан, он получил, собирал мадхукари, какие-то подаяния и готовил из этого. I select some special house and a Brajavasi house. From there, I can safely take. Those who are taking onion, garlic, I never take from there. I know.
И вот Махарадж тоже, когда жил в Вридаване, он тоже собирал мадхукари, иногда в виде таких муки, риса, овощей, иногда в форме чапати, но есть какие-то там чапати и прочие готовые продукты. Где-то просил, то смотрел, чтобы только в тех домах, где поклоняются Кришне, не едят лука, чеснока и прочее. И вот однажды Санатан Гасай где-то взял какую-то красную ткань, повязал вокруг головы, и Джагадананда Джагананда спросил, где он взял эту красную ткань, и сказал, что взял того-то, а тот этот человек, саньяси Майвади был, и Джагадананда очень разгневался, сказал, что ты спутник Гуранги, а имеешь наглость носить эту ткань, которую получил от какого-то Майвади, и вот он собрался кинуть в него горшок с рисом. И Санатан только обрадовался, поскольку сказал, сейчас я вижу твою любовь к Гуранге. Та причина, по которой я это сделал, только для того, чтобы проверить тебя. И вот я увидел твою огромную любовь к Гуранге. Поэтому для этого специально одел эту красную ткань, чтобы увидеть твой гнев и твою любовь к Гуранге. И вот Джагананде стало неудобно, поставил этот горшок с рисом назад на кухню. И not Baba, Prema. Baba is the preliminary stage, but Prema is the extreme stage. Baba – это такая предваряющая стадия, Prema – это уже выше. И те, кто имеют Prema, те, кто достигли Prema, из-за такого огромного чувства Prema, преданные они видит Кришну везде, как Радхарани, она обнимала дерево, думая, что это Кришна. Хотя это был не Кришна, а Тамал Врикша, но все равно Радхарани воспринимал это дерево как Кришну из-за преполняющей ее любви. Это непостижимо, если вы поймете Дама Татву, как совершать парикраму, какое настроение Джагадананды Пандита. И я мог просто прочесть Прамайварту Джагадананда Пандита, но я хочу связать эту тему с Джагадананда и с парикрамой Дама Татвы, поскольку это будет вот такая уникальная серия Харикатхи на эту тему. И вот Джагадананда Пандит, он полон любви к Гуранге. Даже во сне он всегда всегда совершает служение Гуранге, и Гуранга Махапрабху хотел дать наставление Джагадананде, чтобы тот находился с Санатаной Гасаей все время, поскольку Махапрабху он хотел показать всем преданным, что Санатан он Самбанта Самбанта Татва Ачарья. И без Самбанта Татва Ачарья, без помощи, без милости Самбанта Гьяна Ачарья, все наши дам парикрама, она бесполезна. И вот Махапрабху хотел дать наставление. Джагадананда получил даршан всей Враджа-дамы с помощью Санатана Госвамипада. Но очень важное, Джагадананда, он не чувствовал какого-то удовлетворения в своем сердце, он совершал парикраму с Санатаной, но почему?
поскольку он чувствовал разлуку с Гаурангой, плакал. Ого, я пришел. В общем, потом Джагнанда начал жалеть, что оставил Гурангу, ушел в Вриндаван, и Махапрабху явился к нам во сне и сказал, поэтому, зная это, я говорю тебе, что не стоит тебе идти во Вриндаван. Я знаю твое чувство разлуки, я не позволял тебе уходить во Вриндаван. Поэтому я не был готов позволить тебе, но ты все-таки выпросил разрешение и ушел, что я мог сделать. В итоге этот Джагадананда все время только помнил Гурангу, чувствовал огромное чувство разлуки с ним. Но и несмотря на то, что у нас был Санатан, который хотел показать ему всего в Раджа Мандалу, но он думал только о Гуранге и не замечал ничего, кроме Гуранги. И таким образом, день за днем, я хочу открыть эту мистерию этой глубокой связи Бхагавана и его подлинного преданного, какая глубокая связь есть между ними. И почему Махапрабху говорит, что Саманта Гьяна Ачарья, он очень важен. Если вы получите дикшу от какого-то гуру, но все же вы не развили чувство связи, чувство Кришны, вы не понимаете, не чувствуете, что Кришна — это наше сердце и душа, жизнь и душа. И в тот день, когда вы осознаете это, то тогда я могу сказать, что вы по-настоящему развили отношения, обнаружили вашу связь с Кришной, просто слушая Харикатху от Шукадева Госвами. Парикшит Махарадж, в Бхагаватам описывается, он достиг Сваруп Сиддхи, он вечный. Парикшит Махарадж, он Маха Бхагавата, но все же Бхагаватам говорится, что он достиг Сваруп Сиддхи с помощью слушания Харикатхи от Шукадева Госвами. Дикша значит развить Саманта Гьяна. Если вы слушаете Харикатху и разовьете Саманта Гьяна, такие прекрасные отношения с Кришной, если вы обнаружите их, то не будет никакой потребности, недостатка в этой дикше. Иногда бывает, что люди получили дикшу 10-20 лет назад, но до сих пор не обнаружили никакой связи с Кришной. Что толку от такой дикши? Если вы не чувствуете чувства к Кришне, Гуру, Вайшнава, Бхагавану, в Дхамме, а если, слушая Харикатху, вы развили это чувство, то это великолепно, это прекрасно. По крайней мере, вы не обмануты никем. Вы должны ждать, смотреть, молиться Нитянанде, и он пошлет вам подлинного саду, подлинного гуру. И таким образом вы должны слушать Харикатху с неотрывным вниманием. Глубинное значение я сказал в начале, то, что внутреннее значение Дама Парикрамы — это дать нам больше возможностей всем людям, чтобы они обрели возможность слушать Харикатху, общаться с чистыми преданными, и чтобы они поняли, что такое Дама, обрели просад в форме сатсанги, милость. И это сокровенный смысл Дама Парикрама. Дама Парикрама значит, часто разные люди приезжают, какие-то самосознающие себя души или вообще не осознавшие, они тоже могут совершать парикраму.
обрести какое-то благо, Шрила Прабхупада, увидеть такого великого ачарю, как Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати. Подлинные вайшнавы, они не только подобны огню, они больше, чем огонь. В шастрах говорится это. И вот в шастрах говорится, что вайшнавы более могущественны, чем огонь. Вайшнавы настолько могущественны, как Брахман не может быть сравнен с вайшнавом. Как солнце, Бог солнца, он тоже не может быть сравнен с вайшнавом. Вайшнавы не более могущественны. В шастрах говорится, то, что вайшнавы настолько могущественны, что мы не можем представить. Если вайшнавы не говорят никакой харикатхи, все же, если вы придете к вайшнавам, обретете какой-то... И вот если вы придете к вайшнавам, то... почувствуйте некую силу, как вот в этой шлоке говорится, что получая даршан огня, солнца, то есть даршан ганги очищает постепенно, а нужно мгновение при огне, чтобы очиститься даршан вайшнава сразу. И вот в этой шлоке говорится, банди, это значит огонь. И вот в шастрах говорится, что огонь, Бог Солнца, Брахманы, вайшнавы, они могущественнее, чем все эти вышеперечисленные, даже не разговаривая, Рамануджачарья. Мадхвачарья в тот день что сказал? Как Мадхвачарья, в случае с ним был один корабль, застрял, сел на мели, этот хозяин корабля начал молиться Мадхвачарье, сказал, что вот тут застряли на мели. Мадхвачарья ничего не сказал, просто показал мудру какую-то, и этот корабль он сразу снялся с мели и поплыл дальше. Гуру Вайшнава не могут делать такие чудеса. Мой Гурупад Падма однажды вылечил какого-то человека с раком крови. Гуру Махарадж никогда не хотел совершать никаких чудес, но эти преданные пришли и начали просить, молять, что тут медицина бессильна, только чудо поможет. Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж в Калне. Один какая-то вдова пришла со своим сыном, поскольку астролог предсказал, что сегодня день смерти его, моего сына, что змея придет и убьет его. И вот мать плакала. И вот она в этот последний день пришла, посадила ребенка рядом и показал, что если спасете этого ребенка, он ваш, я, по крайней мере, хочу видеть его живым. Бабаджи Махарадж ничего не сказал. Сказал, так, подал знак, что все хорошо. И вот в ту ночь, когда этот ребенок должен быть убит змеей, он, Бабаджи Махарадж, повторил Харинам.
сделал как этот обвел, нарисовал круг милым, сказал этому ребенку, чтобы там сидел внутри этого круга, слушал, как он повторяет харинаму. Вот около 12:30 ночи какая-то змея приползла. Я хотела укусить этого ребенка, но не смогла пройти через этот круг очерченный. Этот ребенок испугался очень, но Бабаджи Махарадж сказал, что не бойся. Я здесь с тобой. И вот эта змея пошипела и ушла, ползла. И этот ребенок получил новую жизнь буквально. Вайшнавы, они могут сделать все, что угодно, но они не хотят на показ все это выставлять. И вот я хочу закончить сегодня. Бхактипат ио кантака коти руддха ха-ха кожами ким ахам кароми чайтанна чанда юдинатям кипам каруши ванча калпатарусы кипасинда бабача патитан бхавана бхавишна пхио. Try to hear, try to digest. Follow. Try to digest, then I can promise you, I can save you. Otherwise I cannot forget. So much faith I have, comprehend.